Да, подписывайтесь, мы еле-еле успели. Мы так торопились, да? Да. Но мы успели. И вот мы уже приехали на третий этаж. Да. Мы торопимся. Торопимся. Вон какая елка здесь красивая. Ну что, заходи. Заходи. Здравствуйте. У нас тут неведомая зверушка. А где Марьяна уже все? Где глазик у петушка? А? Где глазик? Надо кисточкой дорисовать, да? Лена, петушок у нас не получился. Пошли гулять по сказочному городу. Да, по сказочному городу сейчас пойдем гулять. Это глазик невидимый. А потом клюв, ой, лапки. Я не могу садиться. Яночка, ну что, мы картинку спасли, как могли, да? Вот да. Аня нам помогла, у нас получился вот такой вот петушок. Тебе нравится? Да. С пышным хвостом. Да. И сейчас мы идем гулять по волшебному городу, да? Да. Классный у нас петушок получился. Сейчас приедем домой, да, и покажем папе. Да. Много у нас рисунков не получилось, потому что детки сильно бавили. Но один мы нарисовали. Мы идем, да, в волшебный город. Вон он, мы в нем уже были.